Группа спасения морских животных Перу обнаружила двух пингвинов Гумбольдта, живущих в обычной семье в Трухилье. Птиц изъяли и доставили в центр реабилитации. У них обезвоживание. Защитники животных полагают, что пингвины отбились от своей колонии. Потом люди поймали их, спасая от собак, и забрали домой. Но приручать пингвинов в Перу запрещено. Они уже стали послушными, позволяют себя гладить и кормить с рук. Наверняка эти птицы прожили у людей некоторое время. Спасенных пингвинов назвали Шкипер и Ковальский в честь героев мультфильма «Мадагаскар». Специалисты сомневаются, что птицы смогут вернуться в дикую природу, а домашние пингвины теряют умение охотиться и взаимодействовать с другими морскими обитателями. Пингвины Гумбольдта обитают на побережьях Чили и Перу, где проходит перуанское течение.